Всем привет! Мы начинаем новый влог. Сегодня у нас 13 февраля, воскресенье. Сейчас время обеда. Мы приехали домой пообедать. С утра работали. Лёш, покорми кота. Да, у нас Клёва самый первый обедает. Он у нас все время кушать хочет. Сегодня у нас такая замечательная погода. Ярко светит солнце, небо голубое. Но на улице минус 5 с утра было, а сейчас не знаю, даже не смотрела. Сейчас посмотрю. Ну, на солнце плюс 5 показывает. А так, конечно, морозненько и скользко на улице. Но все равно чувствуется приближение весны, потому что солнце вообще так пригревает, прям вообще. Даже настроение поднимается от такой погоды. Не знаю, хочу сегодня вечером сходить в торговый центр, что-нибудь посмотреть. Может быть, новое платьишко куплю ко дню рождения. Пока не знаю. Вообще, я пока не знаю, как проведу этот день, но в любом случае беру вас с собой. Да? Вы же всегда со мной. Сейчас вам переверну камеру, покажу нашу погоду. Вот такая вот у нас погода. Яркое солнышко вообще. Но скользко. Очень даже скользко. Потому что эти дни, там дня три, наверное, подряд была оттепель. А сегодня все это подморозило и стало очень скользко. Одела солнечные очки, уж простите. Может быть, не всем приятно на меня так смотреть, но очень яркое солнышко. Хотела выйти на работу после обеда, поработать пару часиков перед тем, как пойти в торговый центр с Лешей. А у меня в машине не работает печка. От слова совсем. Ни холодным, ни горячим, ни на полную мощь, никак. Так что сейчас созвонились с мастерской, где хозяин машины в основном их ремонтирует. Сказали, подъезжайте, посмотрим. Лёша вот едет впереди меня на своей машине, чтобы если вдруг будут долго чинить мою машину, чтобы мы могли куда-нибудь съездить. А если быстро, то там подождем или рядом где-нибудь кофейку попьем. В общем, вот такие вот у нас дела. Ну, знаете, что я не шибко-то хотелось поработать, честно скажу вам. Ну и печка сломалась. Кстати, последние пару дней, вот после того, как Лёшу буксировали на Ларгусе, Ларгус буксировали на этой машине, вот после этого стало как-то гарью пахнуть в машине. Я думала, что тащили Ларгуса, а он в полтора раза тяжелее Логана. Я думала, подожгли сцепление, потому что запах такой вообще. Но возможно, что это все-таки, оказывается, печка пахла. Потому что сейчас она совсем не работает. А без печки плохо. Почему? Потому что хоть и солнце прогревается, но пригревает солнце, и в машине тепло. Но по утрам, во-первых, холодно. Во-вторых, потеют стекла. Особенно к вечеру. Приходится включать обдув в машине. Ну и утром машина-то ледяная, поэтому приходится прогревать ее. А у меня еще эти чехлы из эко-кожи, из дермантина, короче. Вот, и клиенты там примерзнут к этому чехлу. Поэтому печка нужна, очень нужна. Ну и стекла, да, очень сильно потеют стекла. Когда пассажиры садятся, потеют стекла. Когда снег или дождь идет, потеют стекла. Вообще, Логаны, они страдают. Не только Логаны, Рено. Вообще, Рено, они страдают повышенным запотеванием стекол. Мы вот на юг ездили с Владом, у него Сандера, Рено. И тоже стекла постоянно у него потели. Он постоянно с кондиционером ехал. Но у меня кондиционера нет, а приходится обдув включать. Ладно, сейчас приедем, пусть посмотрят. А я вам покажу, расскажу, сделают, не сделают и как быстро сделают.
Включайтесь, пожалуйста, я вам все расскажу. Мы уже приехали в то место, где обычно хозяин наших машин ремонтируется. Ну, где ремонтируют, короче, наши машины. Смотрите, сколько здесь такси. Ну, здесь в основном ремонтируют машины такси. Обалдеть вообще. И здесь, кстати, должна была быть машина, на которой, по сути, должен был работать Лёша. Не знаю, может быть, ее кому-то уже другому отдали. Потому что... А, нет, вон она стоит. Вот стоит. Вот он, Логан. 866. Вот Лёша на ней должен был работать после капитального ремонта. Но, похоже, ее не доделали. Ну, а Лёша все устраивает. Он и хочет работать на Ларгусе. Ему нравится. Что-то никто не выходит ко мне. Ладно, ждем. Ну, в общем, мы машину оставили в мастерской. Там будут смотреть, вскрывать панель, торпеду. Под торпедой, не знаю. Машину мы оставили и приехали в торговый центр. Если что-то будет интересное или я что-то буду мерить, то я вам обязательно покажу. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you mean? We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. Дорогое, 2800, но Леша сказал, что сидеть на мне хорошо. Да, хорошо, я подтверждаю. А вот, ну не знаю, трудно судить, почему, потому что в сапогах, знаете, в сапогах и платье это вообще не очень. Смотрите, какой ковер сзади меня. Розы как живые, видите? Обалдеть, вообще красота. В общем, купила платье, стоит 2800, а то платье, которое сиреневое, с пиджачком, с темно-фиолетовым, оно 4200 стоило. Но оно какое-то такое вот для моей работы, как я раньше работала. Да, официально деловое. А это можно и в город пойти, и день рождения отметить, так что нормально. Вот такое платье у меня будет. Ладно, сейчас пойду посмотрю дорожку на балкон.
хочу что-нибудь обновить. А то мне моя старая уже надоела. Это циновка. Может, палас купим, посмотрим. Наш торговый центр уже почти закрывается. Мы купили еще ложку для мороженого. Я хотела маленькую и среднюю, но не было. Была только вот такая большая, 6 сантиметров диаметр. Взяли большую, 200 рублей вот такая ложка стоит. И взяли кусочек, на килограммовый кусочек домашнего сала. Сейчас я вам покажу. Вот такой кусочек мясного. Помяснее взяли сальце домашнее. Запах такой вообще прям перцем и чесноком. Вкуснятина. И все, больше ничего не покупали. Мы решили заехать еще в один торговый центр. Мы сейчас звонили по поводу машины. Нам сказали, что еще час будут ее чинить. Через час где-то она будет готова. Мы решили этот час провести в линии. И здесь вот в цокольном этаже есть магазин «Порядок». Мы по нему гуляем и попьем здесь еще кофейку. Но в любом случае, если что-то будет интересное, я обязательно для вас поснимаю. Пойдемте. Смотрите, какие интересные фигурки. Вот такая, кстати, у меня есть. Ты мне в прошлом году, наверное, дарил, да? Ко дню Святого Валентина. Прикольные такие фигурки. Это ты. Это я. Леша сказал, что это я, а это он. У меня что, вот так вот? Голова? Ну, почти, да? Понятно. Кстати, это молодожены, они продаются вместе, и цена у нее 2090. Нет, а, нет, молодожены, ну вот это. А это декоративная кошка, пара, 899. Цветы искусственные продают. А это Вика, похоже, с Ефимом, да? Ага. Похоже, это Вика, а это Ефим. Или наоборот. Да, точно, это Вика, а это Ефим. Какие голуби красивые. Смотрите, какие красивые. Голуби 339 рублей стоят. Такая мордочка смешная в этой фигурке, посмотрите. Прям смешная мордочка. Решили пену для ванны купить. Я вот хочу с шишками взять. Белорусская вот такая косметика. А вот такая у нас только закончилась вчера, последняя. Вот такая? Нет, до этого еще закончилась у нас такая. Ну-ка, дай понюхай. Вот вчера вот такая у нас закончилась. А, ну приятно пахнет. Да, давай возьмем вот такую. И такую. Да, и такую с шишками. Вот такая сколько стоит? 120. Вот это 120 стоит, а с шишками 130. Вот такая. Я вам сразу показываю, что мы берем, чтобы потом не показывать распаковку. Берите два флакона. Пойдем еще в этот, сходим в садовый. Да? Ага.
Еще вот такую ванну, коврик хотим купить. Он стоит 749 рублей. Ну ничего, такой симпатичненький. Ой. Сейчас попробую распаковать и вам показать. Ну, так не особо пушистый, но нормально. Такой. Нормально. А то наш какой-то не очень уже стал. Потрепанный весь в жизни. Побитый. Ну, берем, подходит нам этот цвет. Да. Ну, не совсем идеально, но нормально. Еще решила такие влажные салфетки взять для стекол. 65 рублей. Изнутри стекла кропотеют, пачкаются, пылятся, протирать в машину. Тут освежители воздуха всякие есть. Но я не люблю, я их не вешаю. Смотрите, какая тарелочка красивая. Такая необычная. Такой сервис стоит 15 предметов, 6 персон. На 6 персон 3,190. Красивая такая посудка. Нежнятина прям. Вот это тоже красиво смотрится. Вот такие я не люблю. Мне такие не нравятся цветочки. В детстве, наверное, надоели. Смотрите, какие красивые садовые фигуры. Пока Лёша на кассе, в очереди стоит. Решила вам показать. У них такие мордочки добрые. Стой, стой, в кассу, сейчас приду. Потерял меня Лёша. Пока я в Макдональдсе делаю заказ, Лёша в машину понёс наши покупки. И что вы думаете, что он мне принёс? И сказал, с праздником. С каким праздником? Завтрашним. Завтрашним? Да. У нас в машине еще один житель. Их будет четверо уже. Говорит, с первого раза вытащил. Прикольная, да, кошка? Там все милые кошки такие. Все милые. Прикольно. В машине новый житель. Ладно, заказываем дальше. Лёша собирается вытащить для Лены. Лена, держи кулачки. Папа пытается тебе собрата вытащить. Лена, держи кулачки. Блин, сорвался с таким лицом. Лёша, ты косоглазый? Как ты вытащил эту игрушку с первого раза? Опять куда-то в пустоту. 10 рублей, кстати, эта фигня стоит. О,
уронил. Ну ладно. А, не, еще. Ты решил не сдаваться, да? А, по 5 рублей не берет, надо десятку целиковую. Ну все, дочь, тебе тогда в следующий раз вытащим. Леша решил не сдаваться. Еще ж пытается. Не, мимо. Все, поехали за моей машиной. Вот такие жители в моей машине. И еще вот он. Житель в моей машине. Вот такие вот жители. Лена мне написала в WhatsApp, что клиентам негде будет скоро садиться, пассажирам. Ну ничего, буду сажать пассажиров в багажник. Прикольно, да, сидят? Ага. Надо пятого вот сюда. Ладно. Достанем делов-то. Да, что-то ты Лене не смог достать. Что-то Лене не везет никак с игрушками. Прикольно, да? Вот такие вот жители. Ну что, мы уже дома. Я еще раз померила это платье, которое мы сегодня купили. Вот так это все выглядит. Я даже туфли обула. Туфли у меня, кстати, новые. Я с вами их покупала. Они идеально подходят под это платье. Просто идеально. Ну и платье достаточно хорошо смотрится, я бы вам сказала. Конечно, не супер, но достаточно неплохо. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях, как вам, нравится или нет. Но я не могу сказать, что прям очень нравится, но и неплохо. Да? Вот была бы она вот так, подлиннее бы чуть-чуть, правда? А то коленки сильно торчат. В общем, вот так. Рукава такие достаточно интересно сделаны. Видите, тут сеточка. А тут кружево. Ну, такое душманское кружево. Тут бантики завязаны. Этот рукав, он вообще вот так, видите? Как бы отдельно, а это отдельно. И вот так вот вставляется. Она без замка на спине. Через голову одевается. Ну и расцветка такая достаточно приятная, да? Не ярко, не броско. Ну, в общем, вот так. И туфельки, конечно. Сейчас я вам покажу. Прям идеально под это платье подходят. Вот такие. Мы с вами вместе, кстати, их покупали. Они новые. Я их еще не было случая обуть. Но я не думаю, что я дома буду в туфлях ходить. Просто решил померить с туфлями. Ну и на этом я хочу закончить наш сегодняшний влог. Время уже позднее, потому что после ремонта я поехала, еще несколько заказов сделала. И только приехали домой, а время 22:11. Поэтому буду заканчивать наш сегодняшний влог. Хочу вам всем сказать большое спасибо за то, что меня смотрите, пишите комментарии, ставите лайки. Большое вам спасибо. Если вы еще не подписаны на мой канал, подписывайтесь. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Всем спасибо и пока-пока!